В преддверии холодов коммунальные предприятия закрывают летний сезон генеральной уборкой. На субботник 3 ноября вышли более 100 человек – сотрудников МУП ККП. В зоне их ответственности дворы города, а именно опавшая листва, которой не место под ногами пешеходов. Десногорск у нас, город имеет много насаждений, поэтому объем работы довольно большой. То есть, как бы, ну, по плану мы хотим, чтобы за сегодняшний день по максимуму все-таки произвести эти работы. В помощь людям в том числе коммунальная техника, 3 грузовика и 1 трактор. Традиционно таким способом удается собрать несколько десятков мешков с листвой и вывести их за пределы города. К полезной инициативе присоединились и горожане. Среди немногочисленных желающих – жительница 4-го микрорайона Надежда Соловьева. Вот вышла в этот день сама поучаствовать в этом мероприятии, чтобы было красиво, конечно, и чисто. Это затем полисадниками я сама ухаживаю. Конечно, хочется, чтобы все принимали участие побольше. Но то ли из-за погоды, то ли из-за эпид-ситуации, но горожане решили в этот раз проигнорировать субботник. Но такое мероприятие можно провести в любой день недели – как говорится, было бы такое желание.